Если вы слышите посторонние звуки, то все мы знаем, что не все читатели привыкли соблюдать тишину в библиотеке. У нас тикают часики на стене. Вам это не видно, но я думаю, будет слышно. Ну, и я приготовила несколько разных книжек. И если вы вдруг какой-нибудь из них заинтересовались, то мы можем договориться. Одна, я думаю, раритетная, и она все же останется у меня в библиотеке пожизненно, а остальные три я вполне согласна отдать добрые руки. Правда, если вы в пределах Ярославской области, потому что 17 декабря я собираюсь ездить в Ярославль на аниме-выставку. Время по Угличу. Тяжелая такая, с логотипом нашего завода. Презентация этой книжки я была. В 2010 году. Ольга Перкульц. Переиздание. Адам в добрые или злые руки. Внезапно. Александра Маринина. Каждый за себя. Понятия не имею. Сергей Хомутов «Все будет срок». Книга избранных стихотворений. Моя бабуля ее периодически любила почитать. Ну и мы с вами, наверное, почитаем. Рыбинская подворье, 2010 год. Или же за все три библиотеку. В том случае, если и смотрящих меня нет никого из Ярославля, и никто не желает встретиться со мной на выставке аниме.
по изданию 2002 года с некоторыми изменениями орфографии пунктуации согласно современному русскому языку. Честно, практически не открывала. Можно сказать, новая книга. Не хватает мне максимум в начале страниц 3-4 прочитала. Не буду совершенно. Хотя там тоже есть пуля. Не зря она мне не идет. Вы как хотите. Не нравится мне Ольга Беркольца. Может, она там, конечно, свою роль сыграла в победе, в поддержке блокадного Ленинграда. Но ее это барское отношение, кто мы, кто вы, отношение к учителю. Если вам интересна книжка, почитайте. Может, в ваших библиотеках вашего города есть. Ну или хотите... материал.
мешало моей бабушке спать, слушая, либо смотря телевизор или радио до 3 ночи. Она проявляла дикое недовольство, когда ей высказывали не только мы, но и другие соседи. Вы не посещаете таковые заведения вообще.
новых встреч.